Так, ладно, поедем действительно по зеленой линии. Вот это там 34-ка с фугасами хорошая, но у меня как-то это... Повторения не хочется. Ну, вот что-то заметка с этой в общем канале на севере. У военного? Да. Ну, он любит такое дело. За тапку и за барон, что-то враг на себя поставил. Мы ее видели, удалять или оставить пусть. Опа, выстрел. Слева, слева, слева от нас. Газу, 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 газу. Да, минус. Кто, интересно знать. А смотри-ка, слева. Нет, справа долбили. Творог. А, нет, слева, да. Ну, клеер, понятно. Ну ладно, они рацию не возьмут, там не вытащит ничего. Обидно. Так далеко уехали. Да, причем ну, такой минус сделали они. Жирный. А я только хотел написать военному, убери метку в общий чат. Теперь не буду. А на чем они приехали? Что-то я даже транспорта не вижу. А вон Урал на запад, на востоке. Дорога это север, на востоке. Урал в лесу стоит за пригорком. Хитрые заразы. 40, блин, киберкотлета. Да там две котлеты. А с чего они нас так за ГБшки? РПГшка и... РПГ, по-моему, мимо ушло. Мимо гранатомет полетел. Потом вторым дослали же. Перезарядка как раз была. Калаш и сзади нам, так понял, влепили РПГшку. У них два РПГ было, получается? Нет, одна, седьмая, вон она на спине у этого. Я думал, у второго одноразовая была. Первый промахнулся, а седьмой нас попали. Может быть так. Пенечки. Вот же, блин, как они неудачно приехали-то. Да-да-да, вот она валяется. По дороге назад вернётесь, возле камня одноразовая семерка. 17. 18. Ну и что они там руки греют, что ли? Бесится, что ли? Да. Да брать-то нечего, там наша-то частота и... Да, да там не, их не взять, они сгорели. Все в машине. Они пытались достать, а ничего не сделают. Кстати... Паша, вот что за бот гражданский? Это там, Ворон, что-то там прикалывается. Жесть, короче, они смотрят какие-то. Сейчас Сметана и еще кто-то там на хамбике едут. Они сейчас будут следующие. Это их сейчас будет ловить, да? Их будет ловить и Инфернал с РПГ 18. Уже достает, расчехляет, расчехлил. А те вышли. Что-то много у них РПГ. Надо посмотреть, там еще в ККРУ ребят сидят. Вообще тут завяз. С СВДшкой РПГшник вообще.
Это вторая, да, уже игра? Первая. Это первая? Ничего себе, вы долго тянете. Да нет. Брифинг долгий был. Как долгий? В принципе, полчаса начали. Так, оккупант сейчас, по-моему, будет первым. О, обе фиксы зажали. Ну, на ДШК кто-то там на страйкере, наверное, сидит. Аздоник, понятно. Читер. У нас еще одна машина пожгли? Да где нет. Оккупант? Где оккупант? Что за хаммер горит? Ууу, так у них еще и конкурс есть. Вон, включите корабль. Или это... Метис. Да. А убелёк что? О, есть спуск. С Доника. Оп! Почему? Что это? Крыло цели. Что? Ну, я так понимаю, Браво в полном составе здесь уже? Так, она рот как сейчас слышишь. Угу. Бой еще не начался, у нас уже выйдет. Да, да нормально. Что это было? С чего у нас? Метис. Или краба включите, это он вас. Ну, да, обе убили. Отделение минус. Вообще. Два отделения минус. Два отделения минус. Я, кстати, когда вчера на там, это самое, на выставке этой военно-технической был, я охренел, туры очень громкие. Прям нереально. Пускали, что? Да, там пускали пару туров. Они просто офигеть какие громкие. Ну что ты? Ну все не тихо. А с чего вынесли это самое простой хаммер? Первый, который. Да, который первый вынесли. Где странник? Ну, который на перекрестке еще остался. Который с МК-19 или который закрытый? Закрытый, я так понимаю.
Ну, как есть. Вон там Нуклир и кто-то рядом с ним бегут нас лутать. А, творог. Блин, нормально. Ключит. Да нет, Паша, нас убили. Нет. Все по-честному. Это я понял, что нас убили. У меня звук выше был. Сейчас перезайду. А зайдите, это, ну, наблюдайте за слотом, это рит. Отойду. Что это за бот странный? Приколы ворона. Что? Приколы ворона. Ну, это, блин, по-моему, это крутящийся объект. Да, 34-ка у них. ПЗ? Че? На М2 ты был? Нет, я на МК-19 на хамбике их. Че ты мне подсказывал, что синие проиграют? То естественно, столько РПГшек выдал вороном. Чем он думал, когда это выдавался? Каким местом? Да, там... там Птур добавил еще один. РПГшек на базе РПГшки. На базе 18. Я понял, но он явно не это не соображал, что делал. Он хотел фейерверк. Он его получил. Не, ну он рассчитывал на кобру. Два хамби минус. Столпа пехота. Три хаммера минус. Тут по земле. На самом деле с таким количеством РПГ по земле перемещаться уже опасно. Да ладно. Мы заметили. Первые 5 минут. Хирургический скотч, классная тема. Пользовался кто? Чем? Скотчем хирургическим. Скотчем? Да, хирургическим. Это органы не склеивать, что ли? Не, ну блин, скотч такой четкий. Здрасте. А еще первая идет или вторая первая миссия? Так, сейчас закончится. Да. Тут фигня осталась, чутка. Сейчас страйкеры сожгут и все. Чего они там все сели? Чего боятся кого? А, картошка села. Сейчас он разобьется. Паш, снимай картошку. Да, и у меня арма вылетела, ничего не снимаю. Что-то у меня сегодня звук вышибал на месте. Алло. Не, ну картошка должна выносить, если не картошка.
Интересно, сейчас вышибет, не вышибет? Арму. Какие-то краши пошли. У меня тоже что-то сегодня рва нездоровая. Или это железо мое? Кво стоит сейчас модульный блок питания? Видимо, не Ника. Ну, проводки натыкиваются. А то я купил бэушный. А там нет питания для ведюхи. Ну, собери, есть переходники. Там у тебя 8, наверное, надо, да? Не, у меня вообще кабель нет для ведюхи. Мне надо 6 на 6. Нет, на ведюхе сколько нужно? 6. Вот, а у тебя сколько есть? Какие модули? У меня вообще нет. У тебя вообще ничего нет? У меня, короче, в стандарте там идет... Сейчас. Ну, на материнку, 2 на проц. По-моему, все. Потом уже дополнительный кабель пошел на 3 саты. И вот все закончилось. Я думаю, может саты как-то переходник на... Нет, там другое питание. Там смолик идет обычно. Не из этого. Там 4 есть. 8. О, как там? 4 есть, кстати, да. Ну, я не знаю, где ты купишь там переходники. Вроде такие не продают. Они себе набор этот модуль вставляют. Я тоже, я смотрел по городу, спрашивал, или на что. Они как бы вместе продаются с этим. И все. Ну, я на обои нашел, блин, 5 баксов за провод, что-то не хочется. Не убежал. Дурак. Дёрпл взял. Да. А мы два его? Нет, машина его нашила. Его же машина выиграла. Это мне лагает или просто съезжает? Блин, я, короче, тупанул. Я с своего старого блока питания отрезал PCI провод постепенно. Он же там идет блок питания, одна PCI, потом провод и еще PCI. Купи новый блок, просто. Нет, я только купил новый как раз таки. Я не хочу. Продай старый, купи новый. Не, продай действительно этот, купи, но нормальный, со всеми подходящий. Я еще попарюсь, остался. С работы украл. Ну, это вроде Германия работал. Тут вот питание вроде нормальное. Вроде. А не, я его включил, я думал, он не работает, а он тут какие-то работают как-то. А то мой сейчас, он в арму играет, он у меня сейчас тарахтит так. Это что, кулер или нет? У ЗУ вообще оптика. В смысле? Ну вот смотри. Он же когда прицел смотрит, и. Ну а модельки нет. На реальной зушке есть. Здесь может приближение просто тупо сделано слишком большое. Ну где там уж. Охрану начал стрелять. Не, с ним что-то вообще не везет. Одна засада. Пожалуйста, дай пушку. Это картошка, что сказать.
А с кем связываться, кроме Ванчика? Ну, его, его отряда. С Доником. Мне кажется, он разобьется сейчас. Всем казалось, что он разобьется еще до начала. Мне не казалось. У меня такое ощущение, что кочегар сейчас как инструктор учит картуру. Типа потом попробовать. Да, я уверен. Он там как раз дико бомбил, что пора. Это нереально непотребствами занимается. Это потребство. А чё делаешь? Может, они меняются? Чем? Местами. Сомневаюсь. Вообще, что туда то либо. Если бы они не поменялись, они бы уже выйдут. Ну, эти нуклеир и кто там? Творог, они, которые нас нагнули, сейчас идут умирать. Еще не знают, что их ждет. Ууу, это да. Да не, нормально все босс. Чем картошка занимается? Они просто сели. Ну они ждут, когда команда пойдет. Ну типа, блин. Летали бы хотя команды бы, нет, дали бы. Они боятся воздуха. Клир, не попадешь далеко. Не надо, не надо. Одумайся. Молодец, молодец. Да куда не, он попасть? Нет, не надо, нет, не надо. Попадет, попадет, попадет. Бегай. А мог бы попробовать? Да. Лучше бы из-за танка. Там остов танка был. Хотя бы укрыться можно было. А бать, на крышке смерти вот этого перезарядка был. Да. Прайс, так форум еще не доехали. Творог-то может трушиться. А творог сейчас РПГ тоже может взять и... И тоже спалиться. Да. Там же М2 пасет. Работает, все понятно. Паша, ты жив или мертв? Жив, жив, жив. Как ты думаешь? Скорее жив. Так, упал, прыгни сейчас на канал вниз. Вниз? Окей. Да, американцам не повезло. Ладно. Тут сложно было повести, чтобы выиграть, когда столько противотанковых средств. Нереально. Ну, причем такой триггер больше взяли. Вот прилетело хорошо. Взлох оставили. Ну вот и все. Еще минус один. Сейчас вертолет прилетит и всех замочит. Шансы какие? Ну, все должны на картошку сейчас. Но его сейчас собьют с первой очереди. Почему вы такие? Неверующие. Не знаю. Не, ну если кочегара не заметит раньше, то... Мне, кстати, почему-то воздушная техника дергается.
На моя плажа дергается. Нормально. Я, кстати, перезашел. Ну, в общем, я не дергаюсь. Сейчас будет стрелять. А на лифте эту чесалку есть, которая вроде да. Есть. А-а-а, зачем тогда? Да. Я эту пищалку здесь уже слышу. А что, если от первого лица смотреть, то слышно будет? Да. Ну, я его слышу. Я тоже. Ну, потому что она не пищит. Но я слышал через кого-то. Да. Можно почему? Можно спросить, почему Апач не заметил танк? Это не Апач. Он был... Ну, не Апач, это Кобра. Но он был под ними. Там скорость большая, человек маленький, высота большая. Но радар на скорости оптику там очень такая нахреновая, плохо видно. Быстро промелькнул и все. А Аркадия убил собственный Урал? Вернее, Рена. Где он вообще? Он лежит морда в песок. Он лежит без ног. У меня морда в песок он лежит. Нет. Нет? Ну он такой себе. Он без рук, без ног. Странно. Странно. Он двигается. Будет очень странно, если сейчас синий затащит. Что? Вряд ли. Миссия на 90 минут, нормально. Нам картошка хочет показать, как он умеет... Ладно, если синие затащат, я заявку в БЕ напишу. Ну тебя из того выгонит нахуй. Можете запоминать сейчас. А тебя потом это при встрече избивать будем ногами. Да-да-да. Да. Да не, он же по-любому не одобрит. Не, ну все равно заявка бы я это. Сейчас крабу плохо будет. Смертной казни. Маме твоей расскажем. Он едет прям на лихотку. Да. Он же не заметит ее. А его, по-моему, не заметили, да? Нет? Правильно. Он тоже слегка. Сейчас смотрю в тихого лица и тоже не вижу. Да, они скрылись за горкой. Но они должны были слышать УАЗик. УАЗик шумный, зараза. Хотя там, конечно, Хьюман, кто? Так, но они спешились. И Ванчик. Я бы не стал рассчитывать на то, что они услышат. А, они понесли ПТРК, чтоб с этой... С горы с этой, да? Паш, а ты как умер-то? Ехал, умер. А. Это относится, в принципе, всем, кто умер. Это классика. Паш, это классика, да? Да. А что вы тут делаете все? Здесь умершие. Умершие. Вот как еще? А кто это? Такой борзый. Ох, краб. Пропустят сейчас. Оби фикс. Оби, а тебя как сняли? Меня, ну я жёг хаммера, потом меня накрыли. Угу. Ну я прятался, потом завис. А с кем краб? Меня накрыли. Краб понятно. Читать, я думаю, они по сторонам не смотрят. Ну да, они торопятся.
Не знают, что там. А эти уходят, да, оттуда? А, нет, они лежат, тюлени. Да, они смотрятся сами в другую сторону. Короче, не услышат спуски и убегут. Да. Подумать, что по нему все. Самый, это самый останется Иванчик хитрожопый. Доктор. Это да. Медсестра. Медсестра. Вот, вот, ты роман за медсестра. Он же напишет заявку. Ну я его люблю, поэтому имею право. У вас это взаимно? Да, медсестру люблю. Нет, не взаимно, к сожалению. Ну, медсестра, ну, некоторые ситуации, ну, из контекста, может быть, ну, получится. Я его люблю, поэтому имею. Как дела? Ну ладно, будем как это, муссировать. Как дела? Прекрасно. Будем массировать эту тему. Да. Массировать? Походу Банзай и Краб что-то зачуют. Читеры. Банзай был в числе сожженных хаммеров? Да. Мы посмотрели мой стрим. Вы первый как раз сожгли, вот я там был. А, ну жалко. Жалко, ты не во втором был. Второй сжег я. Не. Да, посмотрел Краб в ту сторону. С хаммером сожжен. Но проигнорил, да? Да, вот сейчас он бы заметил. А там голова. Короче, Риксар в хаммере крикнул, что сейчас Талик может выйти с РПГ, и ровно в этот момент уже прилетел. А что ты заметил, Банзай, по-моему? Нет, мы даже первого не слышали. Да ёп! А, понял. Значит, вы на восточной были хаммере. Блин, а Иванчик, тут... только да. Повернуться назад надо. Когда я 200-й запись выпилить? Там, в стиме, пиши. В смысле, сделать? Еще... Да. Ну, смотреть, открывать рацию, что там, какие функции всываются. Обрабатывать для мертвых. Кобра ожила. Вот это ненадолго, я думаю. Сейчас Банзай пуск сделает, все будет хорошо. Квадрат 41. На самом деле канал не стоит сделать, ну в целом-то не проблема, просто надо функцию рацию добавить, что ты, если мертвый находишься, она там это обрабатывает, открывать этот, прямую речь и все. Она просто там скорее всего замечена. Радара нет на Кобре. Да. Видимо на Кобре вообще. Да, я же вырезал этот, делал версию без радара. Ну вот, от первого лица видно, что нет радара. Там все же показывают. Че, пока просто? Краб, жги. В смысле, это Банзай, но жги. Мы нет, все боялись, краб. Как бы нас вертушка не спалила, вот не увидела. Она первые 30 минут не взлетала. Спалила. А потом просто с стороны в сторону, из триггера в триггер вылетала. Вот да сейчас краб сейчас может заметить пехов, а пехи заметить его. Там уже оттягивает страйкер. А синие не хотят сдаться? А хьюман сейчас прям зайдет к непонятно кому. К инферналу. Да. Хьюман? Ну, либо к твороду. Сейчас Банзай сожжет эту дуру. Дом лежит. С дракона. У краба что там? Ой, у краба там вообще, как он не слышит, что тут страйкер. Вот, слышит, он ставит на конкурс. Что там? Он чуткий же пацан. Не успеем, блин. Ага. Придется ему тащить. Банзай сейчас из тигра. Сейчас пока только будет пугать, а не перебежать. Нафиг он его вообще устанавливает? Ну, чтобы стрелять, нет? Кит, что ли, выстрелить? Просто так нельзя, типа? Нет. Д6, чувак. Танк, про хьюмана. Нет, Доник что-то потерялся, что ли? Да нет, он этих самых... Он убегает ранее. Подожди, какой танк? Натурит.
А, ну да, что там Иванчик-то делает? Просто по Иванчику сначала Зух отработал, а потом за него... Пушка и кочегар. Чего-то они делают, просто летают. Чего-то снайпера не делают, я не пойму. Они боятся, что их собьют. Снайпера? Как говорится, не электрик, нефиг лезть. Это как видео, да, там мужик лез. Все-таки. Видео есть на ютубе, да, мы кидали. Ага, типа он... Мужик, вот там видео, электрощиток как? Лез, его там током шибанул. Он еще говорит, все сделал, а потом на него чел напугал, да? Да-да. Ну чел, как он сейчас летает? Он, во-первых, не видит нифига, и просто подставляет бочину под стингер. Он почует за светку, слышит? Сейчас. Бонзай его будет сжигать? Вон, почил. Сейчас будет Иванчик, наверное. Сейчас. Зар. Ну, куда, куда он стрельнул к Турому? О. Сейчас скажу, подожди. What the fuck, почему? У меня вид из снаряда включен. Сейчас у меня тоже, он видит. Почему? Почему он к Турому? Каким по Турому? Хейфайр. И про что вообще? По Кобру, по Кобру. А что надеюсь? Пролетел вообще нафиг, стрельнул сюда. Вообще, в смысле, чё-то сделал. Это... Соединись, это мне. Сеня, обороняйте. Больше двух сожженных полных хамеров, это... Ну, может, рубить тогда? Длительно, если... Да ладно, зачем? Чтобы позвонил, ушел раньше времени. Ты посмотри на Иванчика. И поймешь, как себя чувствует синий. Он кругом. Вдруг взрывается. Сабатон слушает. Там где-то еще танк был. Гимн Украины, я бы сказал. Да он перед крабом уже бегает, там просто наглую. А его не видят? Стреляют только потому, что там... Не, видят, они не стреляют только потому, что там этот, страйкер есть. Они просрать боятся. Цель номер один. Не, ну если они пальнутся будут, сделают быстренько, то даже страйкеры не узнают. Вы сейчас, кажется, химон кончится, творожка. О, военный подбирает. Просто подбирает, говорит. Военный, ты в той короткой сидел. Чёрт, то что делает? Военный, стой. Да, один. Один, один, а он. А свертушку уже здесь проблем. Ворожок, смотри. Говорит, как его сделал. Но он один хелифайр выпустил в воздух. Зачем-то. Так, Хьюма, Хьюма, давай. Если не ошибаюсь, хелфайр... Творожка. Стоит 120 тысяч долларов. Картошка только что их просрал. Ну, давайте потребуем с него 120. 7 миллионов рублей, изи. Паша должен. На хостинг. Да-да-да. Паша каждый там по будням на сервер хелфайры заливает. Потом будет джавелину давать еще, да? Правильно сделаем. Джавелин еще дешевый. Не помню, он тоже что-то там около 200 стоит. А не, он, по-моему, лям чем-то стоит, или 2. Да какие лям чем-то? Долларов? Серьезно? Ну, вроде да. Нет. Томагавк точно знаю, 700 стоит. 47 тысяч. 47 тысяч, по-моему, джавелин стоит. Говорю, джавелин должен... Да в любом случае, это... Ты 34 рядом. Денег хватит на хостинг, наверное. Именно ракета. Именно ракета. Лет на 30 вперед. Да ты чё? Где ты, 3-4? Ну да ладно, 120 моих зарплат. Пробу! Набрал, четверть миллиона стоит джавелин. Четверть миллиона. Уже не 120. Четверть миллиона долларов. У тебя под 500 зарплаты будет? Нет, под 500 зарплат один джавелин. А, понял. Чё краб вообще делает? Плохо. Ну ладно, я не знаю, он ищет то, что уехал. Прайс самый увлекательный геймплей. Укроп. Да. Сколько джавелина стоит у вас? Ой, не знаю, на черном рынке не слишком дорого. Хитрец, хитрец. Ну да. Был подарившего Новый год. Скайперская пара хоть кого-нибудь убила, нет?
крекер уехал. Если вскрыть такой... Сгорел в машинке. Получается, прям... А, нет, снайперская прицепь, он был у Прайса, который у нас... Да, я говорю, у них хоть как вообще с Нейра поехали? По какому маршруту? Через запад как? Ну, через город, да? По прицепи. Вы по другому не ехали. А Здоник решил прорвать оборону? Нейра. Они-то живые еще. КМР побил, конечно. Картошка, по-моему, изображает то, что он летает, чтобы над ними стебались, что он умер. Чтобы не думали, что он летать не умеет. Ну, в миссии думали, что он умер на респе, пока он не появился. И это бот летает, да? Ничего. Сайдин тоже такой сушок пошел. Среди обороны. Он разбился. Меня за оборону играл. Это так. Я все понимаю. Что за задача? Себя внесло? А я не туда слетаю. Он ящики картошки взял. Сейчас сезон картошки собирает. Картошка скоро топливо закончится, он упадет. Да не закончится. Ирена, мы говорим сейчас про картошку, такие два томагавка залетают в каждую точку, которую нужно взорвать. Не кажется, у страйкера ситуация не очень. Ворон сейчас это, по-моему, страйкер будет сжигать. Там он на джавелине на этом сидит, на драконе. Минус страйкер. Проверяйте. Дракон полетит. Мимо. Не, не мимо. Какой говно? Все мимо. Какой же оно говно, ё-моё, это дракон? Где пруфы? Где пруфы нуклир, что страйкер минус? Он просто откатился. Ну смотри, на страйкере сейчас бежит чел с трубой, и танк едет. Капец, он так наверное летит, этот дракон, да. Ё-моё. Как он сейчас видели, как он нырял вниз? Пердит, пердит, ну. Он скачет. Мне кажется, его придумали китайцы. Можно. Они же всё делали, чтобы людей пугать. В 14 веке, когда порох появился. Вот, о том же. Там Шархадин Азинский стоит. Ищет этот верх. Они принцип работы не изменили. Он поэтому и называется дракон. Так же быстро и летит. Как вообще Зушка страйкер не пробивает, ё-моё? Она вообще выше бьет мимо. У нее, кстати, бронебойные есть? Нет, она здесь не попала. Нет, вообще по факту есть. Она вообще ни разу не попала. Сейчас водитель на страйкере внимательно. Уже третий раз дырку проехать пытается, который нет. Жопа, жопа пытается наехать. Кто вас слышит, вот ехал этот град. Так, так, инферно, давай. Не успею. Еще раз. Не успею. Баба? Нет. Баба? Есть. Попал. Тут все, тут минус инвалиды. Кто попал? Давайте на картошку посмотрим. Инферно. А почему? Катигар, почему раненый он? Катигар раненый, блин. То есть осталось только попробовать на двери стали. Ты его не видел. Света, если тебя слышишь, давай. Два чёрт не сестра, вы чё, не забывайте. Сестра! Он сейчас, он последний останется. Бонзай, давай, тащи. То есть остальные это снайпера и ДЦП вертолет, который почему-то один из них ранен. Да снайпера тоже вроде такие же. Кочегар почему-то ранен был. Вот в вертолете. Они 54 минуты неизвестно чем занимались. По-любому в печень ранен. И им что-то прилетело, получается, осколки какие-то. Нет. Ну, кочегар без сознанки был. Либо они там на базе ротировали. Мы будем полчаса ждать или осенью забыть? Полечиться или чё? А с чего синим-то сдаваться? Они же затащат, у них же картошка. Ну она уже всю миссию тащит, картошку твоя. Потому что осталось двое, и продвигаться они пока не планируют. Посадка профессионала. Чё, сломался? Сколько я могу себе рассчитать? Да, наверное, всё. На 80 минут. Да, его полностью. Кочегар просто. Да, руки. 4 фрага, ей. Ну, клир.